Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов провел осмотр нового резинового покрытия на хоккейной коробке в поселке Дома отдыха Огарева. За счет внебюджетных источников его демонтировали, заделали дефекты и смонтировали новое, толщиной почти в 1.5 сантиметра. Кроме того, установили баскетбольные кольца, ворота, сетку для волейбола и воркаут для занятий гимнастикой.